Всем привет! Вы на моем канале «Товар из Китая». С вами Вячеслав. И у нас сегодня новая распаковка вот этой посылки. Я ее уже распаковал. И здесь находятся светодиодные лампы. Да, сегодня, друзья, жизнь всех заставляет экономить. И я уже давно перешел от электрических ламп на вот такие вот светодиодные. И ощущаю хорошую экономию в доме. Это лампа с цоколем Е27. И в лоте, который я купил, сразу 4 лампы находятся. И мы платим также меньше, гораздо меньше за опт. Модель светодиодного чипа здесь стоит SMD2835. Я взял лампу мощностью 7 Вт. Угол луча 270 градусов, как написано в магазине, в описании этого товара. Продолжительность жизни этой лампы более 10 тысяч часов. Я купил холодный белый цвет, но есть и теплый белый, это на выбор. Итак, светодиодная лампа Ampla Bombilla. Я не знаю, что такое Bombilla, возможно, бренд какой-то. Приходит вот в таком пенопластовом кейсе. Ничего не повредилось, ничего не лопнуло, не разбилось. И давайте посмотрим, как они горят. Так, я сейчас вкручу эту лампочку в обычный цоколь. Я эти лампы все проверил уже. Ну и хочу вам также продемонстрировать, какой свет излучает эта лампа. Вот. Понятно, что камера мерцает. Но горят достаточно хорошо. Хочу показать вам на сайте производителя. Не производителя, а это магазин AliExpress. Все ссылки на этот магазин будут под этим видео. Сейчас этот набор стоит от 5 долларов до 8. Есть лампы с цоколем E14 и E27. Мощность от 3 Вт до 15 Вт. Всем рекомендую. Кому было полезно и интересно это видео, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал «Товар из Китая». Впереди много интересных обзоров и распаковок. Всем пока!